Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы еще раз, в очередной раз поговорим о том, какие же методы мы применяем. Мне казалось, что мы уже достаточно рассказали, чтобы это было понятно, какие методы мы применяем. Есть видео, есть статьи, и любой желающий может это открыть, прочитать, посмотреть и так далее. У нас есть сайт в интернете, где тоже довольно подробно описано все, что мы делаем. Но вопрос этот продолжает возникать, поэтому я повторю основные положения еще раз и надеюсь, что для кого-то это прояснит картину. Во-первых, мы убеждены, что тайна аутизма, а также и других подобных заболеваний, лежит в первую очередь в органическом повреждении или недоразвитии определенных областей мозга, головного и спинного. Аутизм можно излечить, если восстановить поврежденные области. Во всяком случае, это та необходимая база, которая является необходимым условием для нормального развития ребенка. Вопрос встает, как их восстановить. Очень часто повреждение нервных клеток головного мозга сопровождается воспалением, которое не дает мозгу ребенка нормально развиваться. Это воспаление необходимо убрать, прежде чем организм ребенка сможет восстановить пострадавшие нервные клетки и вырастить новый взамен погибших. Для исцеления нейровоспаления и для стимуляции роста новых нервных клеток мы используем авторскую методику, которую разработали мы, Давид и Юсефа, и этой методикой мы в свое время спасли наших собственных детей. Эта методика основывается на наших личных способностях, огромном опыте и так далее, и усиливается другими неинвазивными методами, которые из общей медицины ныне перекочевали в альтернативную. Я перечислю, что именно, какие методы. Во-первых, это остеопатия и хиропрактика, это методы мануальной терапии, методы краниосакральной терапии, методы китайской медицины и другие неинвазивные методы. С нами работают очень хорошие, очень талантливые, я бы даже сказала, гениальные специалисты в каждой из этих областей. И с помощью этой методики мы можем делать следующее. Мы можем снимать воспаление разных типов, например, нейровоспаление, воспаление в желудочно-кишечном тракте, воспаление в мышцах, в сухожилиях, восстанавливать организм после различных интоксикаций. Можем стимулировать заживление хронически незаживающих язв и других повреждений. И мы можем стимулировать организм к самообновлению и производству новых клеток взамен погибших. Все это вместе, в комплексе, все это дает возможность ребенку восстановиться и начать нормальное развитие. Это дает возможность также и взрослым людям избавиться и восстановиться после их собственных проблем со здоровьем. Нейроповреждения при аутизме, РАС и большинстве сопутствующих диагнозов, там всякие ЗПРР, всякие виды аллалии и прочие, эхолалии и прочие, они, как правило, невелики, и детский организм их благополучно заживляет под нашим воздействием за довольно короткие сроки. Со стороны то, что мы делаем, выглядит очень просто. Со стороны не видно, что к этой простоте привели буквально десятилетия тяжелого труда, учебы и жесткого самоограничения. Со стороны все это действительно очень просто. И вот из-за этой внешней простоты есть опасность появления подражателей, ориентирующихся на внешнюю простоту и не понимающих, что же в действительности происходит. К сожалению, такие люди уже есть, и мы понимаем, что их появление вполне закономерный и неизбежный процесс. Наша методика практически не имеет побочных эффектов, и даже в самых тяжелых случаях часто удается достичь очень хороших результатов. О результатах мы вам рекомендуем поговорить с теми, кто у нас побывал. Рекомендуем смотреть их отчеты и впечатления на нашем канале в YouTube. И, естественно, можно связаться с нами напрямую и получить ответы на вопросы, если они у вас возникают. Спасибо, до свидания, всем хорошего дня.